друзья! Мы рады приветствовать вас в выставочном зале городского дворца культуры и искусств на открытии выставки живописи николаевских художников Анны Сарьян и Александра Ипатьева. Прошу поприветствовать. Работы Анны Сарьян полны жизненной силы и энергии, совершенно невероятной для жителя современного мегаполиса. Возможно, эти качества унаследованы ею от прадеда, знаменитого живописца Мартироса Сарьяна. С прадедом Анну роднит и внешняя простота ее живописи. Простота эта кажущаяся, и внимательные, вдумчивые ценители разглядят за ней большую работу, преодоление и поразительную глубину. Александр Ипатьев пишет акварелью, гуашью, маслом, работает в смешанной технике, иллюстрирует книги современных николаевских писателей. Дорогие друзья, сегодня в нашем зале царит неповторимая атмосфера света, добра и радости. Ее нам дарят действительно истинно влюбленные в собственное дело наши замечательные мастера –